Дождь, мокрый и скользкий асфальт, но ему не привыкать. Работал и не в таких условиях. За баранкой иркутянин Вадим Сизых 14 лет. Рассказывает, после армии работал шофером кареты скорой помощи, а 6 лет назад перешел на общественный транспорт. А вот теперь принимает участие в конкурсе профессионального мастерства. В кандидата на победу его выдвинул коллектив. Эмоции не выразишь словами, так скажу. Здорово все и хорошо. Все равно интересно. Интерес. Сейчас спортивный интерес. Если что-то не получилось, на следующий раз, дай бог, получится еще лучше. Так что все будет здорово. Кроме Вадима, за звание лучшего водителя сегодня борются еще 8 кандидатов из 3 разных автоколонн. За рулем 8-тонных автобусов МАЗ-206 водители сдают экзамен по основным элементам вождения. Параллельные парковки, заезду в бокс, змейки и стоп-линии. Самый сложный элемент состязаний – это змейка назад. Водителю приходится учитывать габариты 5-метровой машины и определять их только по зеркалам заднего вида. Точность выполнения, скорость – все оценивается строго. Но одних только практических испытаний для победы недостаточно. Конкурсантам предстояло доказать, что они хорошо подкованы и в теории. Участники прошли тестирование на знание технического устройства автомобиля и правил дорожного движения. По мнению организаторов, такие соревнования – лучшая мотивация. Они не только помогают водителям оттачивать свое мастерство, но и возрождают интерес к этой профессии. Причем даже у представительниц прекрасного пола. На следующей неделе стажировку здесь начнет первая в Иркутске женщина-водитель автобуса. И мы решили выделить в перспективе под нее МАЗ-206, один из хорошо ухоженных, скажем, не новый, но хорошо ухоженный МАЗ-206 с коробкой автомат. Мы хотим видеть в своем предприятии. Она настроена очень серьезно, и мы хотим ее видеть в наших рядах. Лучшими по итогам конкурса стали водители автоколонны номер 2. Победителям вручили памятные медали и ценные подарки. Мария Князева, Константин Синицын. Новости сейчас.